Всем привет! Пришла посылка с сайта Gearbest. В таком необычном конверте, он как будто из мягкого какого-то полиэтилена весь. Первый раз такое. Я, правда, уже раскрыл. Довольно увесистая. Такой вот здесь пакетик. И в пакете универсальный ключ. Таких три предмета. Сама рукоятка с трещоткой переключается направление. Есть шарик подпружиненный. И вот такая вот голова. Именно самое интересное, что здесь. Сейчас я покажу поближе. Такой цилиндр, здесь квадратное отверстие, здесь такая система, набор из цилиндров, которые каждый из них подпружиненный в отдельности. И получается, что этот ключ заменяет сразу много разных других. То есть сюда можно не только, допустим, гайки откручивать, но вот квадратный какой-то профиль может тоже. Вы просто продавливаете, и несколько из этих цилиндров, на которые нажимаются, уходят вглубь, и остальные цепляют, и можно откручивать. Сюда же можно и различные гайки, плоские какие-то вещи. Вот, и одевается это все на эту ручку со щелчком. Ну, не знаю, насколько это будет все долговечно и качественно, но на вид вроде бы все неплохо, и по ощущениям металл должен быть нормальный. Вот смущает только сама вот эта система. Но человек, который просил это заказать, попробует, расскажет мне, насколько это все надежно, и тогда я, может, уже напишу внизу комментарий под видео, как ему это все понравилось. Здесь есть гравировка, на которой указано 1/4 дюйма, 3/4 дюйма. Ну, то есть это в допуске здесь по диаметру, или в миллиметрах от 7 до 19 миллиметров. Вот такая вот система. То есть ей можно зацепить все что угодно практически. Ну, кому было интересно, ссылка будет под видео. На сайте Gearbest цена там $15, по-моему, на это все. Так что переходите, смотрите. Спасибо за просмотр и всем пока.